В канун Дня ВМФ, который будет отмечаться в воскресенье, в ДК «Судостроитель» состоялся концерт. Так свой профессиональный праздник отметили ярославские судостроители. Здесь же наградили лучших работников. Одной из таких стала Ольга Румянцева. Она рассказала нам секрет своего успеха. А вот руководитель одного из ярославских заводов сообщил, что в отрасли судостроительства проблем с кадрами в регионе никогда не было. Один человек мне написал пожелание. Умей раскрыть себя, да так, чтоб люди честные поверили, что ты одна из работяг, и что труды твои немерны. Вот примерно с этим девизом я живу все время, просто работаю, и все. Мы не знаем никаких проблем с кадровым обеспечением. Ни рабочих, ни инженеров. На заводе проведена очень большая работа, и выстроена, можно сказать, система подготовки кадров. И у нас каждый рабочий проходит или годовую, или двухлетнюю подготовку. Поэтому какие сегодня люди идут на завод? Замечательные. Всего в Ярославской области действуют 5 судостроительных предприятий, на которых работают около 2500 человек. Суда, выпущенные в регионе, экспортируются в 25 стран мира, а сами заводы активно расширяют портфель заказов и осваивают новые рынки. Решать эти задачи предприятиям помогают власти региона. То, что судостроение – одна из главных отраслей экономики области, отмечают и парламентарии. На профильных комитетах Думы обсуждают новые формы поддержки региональной промышленности. За последние годы было сделано большое техническое перевооружение предприятия. Это наша надежда на будущее преобразование, хорошее преобразование в области. И Дума, и правительство Ярославской области будут в этом деле оказывать только помощь. Потому что эта отрасль – одна из ведущих отраслей Ярославского региона.